Занимайтесь тяжелой атлетикой, друзья. Меньше болтай, больше поднимай. Привет, друзья. Привет из Калининградского аэропорта. Буквально через час мы вылетаем с моим учеником Дмитрием Наумовым. Едем в Чехов. Там я нахожусь двое суток, оставляю на сборах, готовимся мы к первенству России до 24 лет. Ну а я, если пропустит меня по границе, я улетаю в Хьюстон с туром по Америке. Благодарю за свое отличное настроение. Подписывайтесь на канал Лапика. Лев, передай привет, а то тебя давно не видели, ребят. Всем привет. Ты куда направляешься так рано утром? На разминку. Ну, на построение там. Я понял. Короче, вот такое благостное утро. На спортбазе Чехии. Ребята идут на построение, на разминочку. Одухотворенный результатом сборной, национальной сборной, уже часов с 5 утра здесь играют. Девочка уже занималась тоже. В общем, спортивная база есть спортивная база. У всех свой распорядок, у всех свои задачи. Он зал тяжелой атлетики. Илюх, я не понял, а где твоя фотография? Сняли что ли? Вон там пустое место какое-то. Фанатки, да? Фанатки сняли. Плечиками посыл. Вот, хорошо. Хорошо. Точнее,
Мощный посыл. Хорошо. Тепнул с полной стопы. Да, отлично. Молодцом, молодец. Пару слов на камеру, да, обязательно. В родном Чехове. В свое время провел здесь не один год, а, наверное, десятилетие. Атмосфера все та же, рабочая, благостная. Именно в этом зале. Сколько прошло здесь, ну, людей, сначала дети, да, потом юноши. Из птенцов превращались в орлов. Становились сильнее, сильнее телом, сильнее духом. Вообще здоровское место. Рекомендую. Спортбаза в Чехов. Приезжайте, становитесь сильнее. Доброго времени суток, дорогие друзья. Нахожусь я в аэропорту Домодедово. Буквально через полчаса самолет в Хьюстон сингапурскими авиалиниями. 13 часов лета. Запланирован ряд семинаров в штате Техас и Калифорнии. Ребят отвез в Чехов. Готовится набирать форму. Все, до новой встречи.
Отлично, супер погода, классно. Привет из Хьюстона, друзья. 13 часов позади. Все кордоны, все, так сказать, пункты, фильтры, все пройдено удачно. Никто не посмел притормозить это дело. Слава Богу, без приключений. Встретил меня друг Антон. Сейчас пытаемся выехать с парковки. Тут, честно говоря, город в городе, да, вот эти парковочные истории. Несколько заехать минимум. Просто, а вот выехать. На улице очень жарко, около 40 градусов. Я бы сказал, душновато. Но ничего. Это не самое страшное. Привет, друзья! Ну что, вот мы и добрались до Хьюстона. Все нормально. Настроение отлично. Сейчас идем потренироваться. Кроссфит. Винтаж кроссфит зал. Где я не раз это делал. Погода, я скажу так, если мягко сказать, жарко. А если сказать на самом деле, жоп, о, в смысле, тяжко будет, я думаю, тренироваться в такую погоду. Это мне напоминает Доминикану в 2006 году, где была температура под 40, очень было душно. Вот здесь, я думаю, 35 точно есть. Ну ничего, как говорится, вспомни молодость. Вот. Задача размяться с дорожки. Вот там как пойдет. Надо же готовиться на клоков пару уикенд. Рассказал, да. Нужно быть готовым во все оружие. Хотя там большинство упражнений, которые я вообще не делал никогда. Ну ничего, Димон выкладывает видео, информирует, какие будут упражнения. Будем потихонечку накатывать. Дошел, пока до зала уже не смог. Что можно сказать, вот я в родном зале. Винтаж кроссфит. Денис будет проводить очередную тренировку. Работа кипит, несмотря на такую жару. Есть желающие потренироваться. Подарил я Денису вот такую майку. Атмосфера рабочая. Молодцы. Thank you.
Не осилил я сегодня 55 на 2. Не прет. Но ничего, бывает. Два подхода уже не вырвал. Но есть еще уже третий. Сегодня мне покорилась штанга с весом 145 килограмм. Я видел, что Димон уже делает 190. Но, как я и говорил ранее на кемпе у Клокова, они все-таки вытянули с меня этот, сделали мне вызов. Я говорю, приезжай, давай, будешь выступать. Я сказал, что да, буду. Вот началась подготовка. Клоков Power Weekend. Димон на сегодняшний день делает 190, я 145 раз. Ну ничего, будем готовиться. Дорогу осилить предыдущий. Что, вот она первая тренировка на Техасской земле. Я в городе в Хьюстоне. Я очень рад своему приезду. Надеюсь, эта поездка будет плодотворной и для меня, и для тех людей, которые придут со мной пообщаться. Приглашаю всех на семинары. Опять же повторюсь, мы разберем все секреты советской тяжелой атлетики. Разберем технические аспекты рывка, толчка, а также подсобных упражнений. И я уверен, что с этой информацией ваши результаты начнут быстро прогрессировать. До встречи, друзья. Жду с нетерпением наших встреч.